Мы не затрагивали личные темы, но я хочу рассказать вам о своем супруге. Он пишет мне каждый день, но ни одного письма я не читала, так и лежат неоткрытые. Он солгал мне, я обиделась на него, но все равно без него ночи такие длинные и одинокие. Не представляю, каково это жить без человека, которого любишь. Вы никому не доверяете. У вас больше власти, чем у окружающих, и все ее хотят. А поскольку вы цените власть превыше всего, вы всегда будете одна. Стефан, уйди. Я не хочу, чтобы ты это видел.